специальный гость, ребята, вы его ждали, может быть, не ждали, а может быть, вы о нем не знали ничего, но многие о нем знают. Филипп Август, город Москва, на МСА. Неформатные наши. Да, Филипп умеет обращаться с Раштакером. Видишь, и с микрофоном тоже могу. Молодец. Ну я, конечно, как Рамиль, так не умею вот это ртом, как он вот. Или это он не ртом делает? Ругается там. Я тебе игры еще не простил. Как бы в гримерке одна атмосфера, здесь другая, а гитара капризная. Забери ручку. Ладно. Твой крейсер «Галактика» в моем душном космосе в поисках совести. Создателя, и сердце взрывается, капли, как звездочки, рождает вселенную, и мне понятную, и будто бы очень. Улыбается, дорога закончена, сердце взрывается. Оставишь след в шторме глупости, не бывает лет, не бывает зим, что без нас с тобой космос не летит. Космос наш с тобой. Космос. Космос. Хотелось бы что-нибудь мрачное такое дать, но мне запретили. И на сцену, как он сам себе представил, Родион Бивень Марченко приглашает. Так ты же сказал, типа, шути, нет? Не надо. Он говорит такой, я когда капюшон надеваю, и вот эти вот белые, как бивник такие, шнурки. Давай, не тушуйся. Чай не... Ну, ты понял. Олег Григорьевич нас сейчас не видит. Можно? О, пошел. Наше время подходит.
уже починил. Вечность тебе к лицу. В твоих песнях я не остыл. Рваными ранами будет быть мое сердце дальними странами стать. Но никуда не деться, будешь меня целовать. Ливнями с неба грозой кричать. Мелким нерваными ранами зарвет и сил надежды космос. Дальними странами соберет и со всех карт сотрет нас буду тебя целовать. Ливнями с неба грозой кричать. Мелким не у Рамиля всякие примочки были, а у меня вот... Не говорите, что во мне только боль. Ты же знаешь, что это не правда. Может, в третий раз не рассыпалась бы соль. Мы еще встретимся, если Эйнштейн прав. Рваными ранами будет петь мое сердце дальними странами стать. Но никуда не деться, будешь меня целовать. Ливнями с неба грозой кричать. Мелким нерваными ранами заряд осиротевший космос. Дальними странами соберет и со всех карт сотрет нас. Буду тебя целовать. Ливнями с неба грозой кричать. Мелким Эльминский фестиваль выражает слова благодарности постоянному спонсору Эльминского фестиваля златоустовской компании «Росоружие» в лице генерального директора Александра Николаева.